Добрый день, дорогие друзья, рад вас приветствовать на моем канале. Мы сегодня поиграем в такую игру, как My Summer Car. Давайте выберем цвет, я думаю, что белый... Да нет, красный оставим. Начинаем новую игру, вводим никнейм. Нет, назад. Вводим никнейм и поехали. Так, ну вот, собственно, мы появились в игре, да, это наш дом. Такой он большой. Тут вот есть телевизор даже, кровать. Вот, но это не главное. Главное то, что у нас есть автомобиль, который мы с вами будем собирать. И начнем мы с того, что сделаем подвеску в этой серии. Все начинается с подрамника. Так, давайте мы его возьмем. Нам надо его установить каким-то образом. Не знаю, как это у нас получится. Давайте пробовать. Как-то через верх устанавливается. Вот, когда у нас появилась птичка. Такая появилась птичка. И мы, в принципе, можем его поставить. Давайте-ка, ну-ка. Есть. Все, подрамник мы установили. Осталось прикрутить болтики. Для этого нам надо взять ключи. Ключи у нас находятся вот в таком вот чемоданчике. Давайте его возьмем. И рядышком здесь покладем. Так, открываем. Под каждый болтик нужен свой ключ, поэтому надо его еще найти, да? Ну, по-моему, 10 по памяти, вот я говорю. Да, десяточка нам ключик нужен. И вот мы, в принципе, один болтик прикрутили. Таких у нас будет 4. Где-то скрыты у нас, не видно. Вот, был. Где же ты? Вот ты где. Зараза, спрятался. Так, есть. Теперь отправляемся на другую сторону. Есть. И еще. Где? И вот еще один болтик. Так, есть. Такое мы дело сделали. Нам нужно выбрать следующую деталь. Выбираем ключик. И мы выбираем с вами рычаг, да? Который будем устанавливать на наш подрамник. Так, это у нас получается правая сторона. Это с этой стороны. Так, есть, поставили. Ну и давайте сразу сбегаем за второй. У вас что-то там разбилось. Ай. Тихо. Все будет хорошо. Так, есть. Опять же, нам надо прикрутить. Возможно, этот ключик подойдет. Да, отлично, он подходит. Нам не нужно искать что-то новое. Давайте-ка. Есть. Да, прикрутили. Надо проверять, чтобы у нас все было надежно прикручено. Ввиду того, что мы хотим запустить эту машину, еще на ней покататься. Поэтому... надо, чтобы она не развалилась по ходу движения. Так. Есть. С этим вроде бы разобрались. Дальше. Дальше. Давайте возьмем кулак. Передний, да? Так, правый, да? Правильно. Хорошо. Ставим. Навряд ли тут такой ключ нужен будет. Честно говоря, даже не видно, как он там. Как там болтик этот выглядит-то. Давайте на 12 попробуем. Да, на 12 ключик. И мы прикрутили. Давайте второй кулак возьмем. Взяли второй кулачок. А, где же ты, где? Есть. И закручиваем. Один болтик наш этот. Бедненький. Так, вроде бы уже все, стоит нормально, мертво. Дальше, что нам нужно? Нам нужно взять диски. Тормозные диски наши. И поставить их тоже на место. Так. Этот мы уже закрутили. Ладно, нам надо будет выбрать ключ. Поэтому давайте сразу возьмем тот. Поставим его здесь. Ну уже, давай. Есть, и выбрать ключ. Я думаю, там какой-то будет поболее ключ. Возможно. Вот этот, да. Возможно, вот этот. И мы угадали. Так, теперь с этой стороны. Так, закрутили. Что дальше? Что дальше? Можем. Так. Поставить. Давайте рулевую поставим рейку. Почему бы и нет? Так, получится у нас как-нибудь. Давай. Так, ну, что-то она не хочет, собака.
Давайте попробуем туда залезть. Внутрь, что ли? Ладно, не хочет она. Кладем ее тут пока. Давайте наши распорки поставим, амортизаторы. Так, где же ты? Но. Подождите, это какой? Это левый, ёлки-палки. Так, где же ты тут? О, было-было. Оба-на. Есть. Давайте уже и второй поставим. Ах, господи, как там. Все там гремит. Так, ставим, что у нас вечерело. Сейчас дождь пойдет. Так, и главное здесь все прикрутить тоже. Давайте десяточку. Нет, не десяточка у нас. Давайте поменьше выберем. Да, девяточка у нас получается. Хорошо. И второй болтик. Так, есть. Если мы ненадежно это прикрутим, у нас просто могут детали отвалиться, да? Даже если машина просто будет стоять и не ехать никуда. Так, теперь с этой стороны. Поэтому надо быть внимательным и все прикручивать. Ничего не забыться. Так, есть. Теперь здесь. Здесь два. Так, ну что там? Есть, есть. Все. Теперь, у нас еще здесь три болтика. Давайте-ка мы выберем ключ. Может быть там десятка? Да, десяточка, отлично. Что-то оно пропало. До конца надо закручивать, чтобы у нас ничего не отвалилось. Так. Ну же. Все. Такое ощущение, что он не докручен какой-то. Ладно. Давайте сюда. Так, есть этот. Хорошо. И здесь. Так, ну, с этим вроде бы закончили. Ну что, попробуем нашу рулевую рейку поставить. Может быть, на этот раз нам повезет. Так, она же где-то вот тут должна, собака, ставиться. Может, ее как-то надо повернуть. Вот так, допустим, взять. Так, ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну, поставься. Не хочет она никак. Ладно. Возможно, нам ее надо немножко приподнять. Давайте немножко приподнимем нашу машину. Посмотрим, что у нас получится. Что там такое сыпется, крошится? Так, без рулевой нам никуда. Ну, давайте так попробуем. Ну. Ну вот, она вот здесь должна стоять. Встаньте. Есть! Есть, есть, есть. Так, давайте опускать это все дело. И возьмем ключики и прямо туда запрыгнем и прикрутим ее. Вот с ключами. Так, нам надо подобрать еще ключ. Может, восьмерочка? Нет, девяточка. Да, девяточка, отлично. Закручиваем. Так. Есть. И тут у нас два штучки будут. Так. Давай, давай до конца. Все. Проверяем надежность нашей рейки. Так, хорошо. Давайте выбираться. Ну, спрыгивает их. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Что мы теперь? Давайте тогда поставим рулевые рейки. Рулевые рейки. Так. Это у нас правая. У нас так стемнело неплохо. По идее, оно где-то... Ой, это рулевая тяга, да? Неправильно сказал. Ну, что ты не ставишься? Есть. Где-то было. Так. Смотрим. Ключик надо другой.
Так, иди сюда. Выбираем ключик. Может быть, десяточка? Нет. Одиннадцатый. Нет. Двенадцатый. Да. Двенадцатый ключ нам нужен. Так, все, есть. Тягу мы одну поставили. Давайте теперь левую. Ну что ж ты, собака. Оба-ла-ба-ла-ба. Есть. Так. Закручиваем. Все. Все. Отлично. Так, смотрим, что у нас там осталось по деталям. Это все у нас задняя часть автомобиля будет. В принципе, все. Можем ставить колесики. Давайте мы выберем колесики. Так, правая. Правая колесико. Дыдыщ. Поставили. Давай сразу за следующим сбегаем. Так, где оно? Так, левая. Ну вот, уже как-то уже красиво, правда? Так, есть такое дело, да? Тут, наверное, скорее всего, ключ побольше надо будет. Да, самый большой ключ. Давайте прикрутим это все дело. Так. Хорошо. Хорошо. Так, теперь второе колесо. Так, получается у нас. В принципе, передочек у нас готов. Сейчас будем делать задочек. Так, начинаем с этих запчастей. Ну давай же ты. Я знаю, ты можешь. Возможно, необходимо. О, было. Так. Яу. Давайте поставим другой. Есть. Так, теперь с ключами. Что там нужно? Там, по-моему, у нас по два болтика. Одиннадцатый. Нет, наверное, там поболее они будут. Может быть, тринадцатый. Может быть, тринадцатый. Нет. А может быть, гадя. Нет. Но не пятнадцатый же. Хорошо, ладно. Десятый. Нет. Ну, блин, ну 11 значит, точно должен быть. Либо тут что-то не реагирует. Ну-ка, попробуем здесь. Возможно, приподнять надо. Давайте-ка мы... Где наш домкратик? Так. Поднимаем заднюю часть. Вот так вот, как ей. Давай. Поднимайся. Так. Там что-то ударилось куда-то. Или что-то отвалилось. Еще пока непонятно. Сильно высоко поднимать не будем. Я думаю, так будет достаточно. Да, мы вон хорошо видим болтики эти теперь. Давайте смотреть еще раз. Так. Я думаю, что это не десятка будет. Это либо 12-й, либо... Вот, да, 12-й. Ну, что-то все. Все. И еще один у нас будет. Винтик-шпунтик. Так. Теперь с той стороны занимаемся. Пока у нас машина приподнята, давайте мы сразу поставим пружинки. А, и она сползает. Она уже не приподнята. Так, хорошо, ладно. У нас что-то там отваливается. Давайте проверим надежность нашего крепления. Так, вроде бы хорошо. Еще раз здесь. Это ж потом отрай. Вот, видите? А нет. Прикручено. Все, отлично. Ну, берем задние эти тормозные тормоза наши. И присобачиваем. Так. Какой тут ключ, неизвестно. Будем искать. Так. Ой. Да что такое? Ну. О, есть. Возможно, ключ там на 13. Нет. 14. Да. 14 ключик. Теперь здесь. Так, у нас получилось. Ну что, идем поставим пружинки.
раз такое дело, поставим пружинки. Вот где. Не хочет он оставиться. Ну-ка, вроде бы была. Где-то вот здесь, нет? Показалось. Они отличаются налево и право? Нет. Поэтому я не вижу, какие проблемы. Вот было. О. Ясно. Ясно. Задок у нас приподнялся немного. Так, хорошо. Теперь... О! Есть. Ну, теперь задний амортизатор ставим. Так. Они тоже не отличаются никаким образом. Чё он так крутится? Так, давайте смотреть, как у нас тут это все дело закрепить. По идее, оно вот сюда куда-то ставится. А чё оно так болтается? Стойте. Ну уже, давай. Мы в тебя верим. Она как рулевая. О, было. Было, но прошло. Есть. Так. Что у нас здесь с креплением? Ну, я думаю, тут небольшое будет, может быть, 10. 11. Ладно, 12. На 12 тоже что-то не хочет. Блин, как-то у нас потемнело. Не на шутку. Но не 14 же. Нет, значит, там меньше. Может быть, 9. Девяточка не хочет. 10. Да ладно, хорошо, давайте сходим. Возьмем второй, поставим. Посмотрим, что у нас получится. Так, у нас как-то вот так вот. Мы кружили, тут и оно, хопа. Опа, вот оно было. Было. Ну, давай. Давай. О, ну, где-то тут. В этом месте. Да что такое, ну? О, было. Ну, есть. Так, ну давай пробовать. Давайте перемотаем, чтобы у нас день был. Во. И следующим утром. Так, ну неужели у нас 8 тут будет? О, комары какие-то залетали. 7. Или же мы не попадаем просто-напросто. Да, давайте попробуем опустить. И заново поднять. Так. Давай. Может быть, за счет этого нам просто ключик не попадается-то, да? Не можем мы закрутить никак. Так, давайте с 10. Я вот что-то думаю, что там 10. Где этот болтик вообще? Вот он. 11 нет. И 11 нет, и 12 нет. Хорошо, а у нас еще ж есть вот здесь вот. Тоже болтики. У нас же тут 10. Но нет. 11. По идее, здесь такие должны нормальные стоять. Да что такое? Почему не работает? Есть. Так. Ну, хоть этот закрутим. Хорошо. Теперь здесь. Ну. Ну, еще как-то попасть надо так. Не обязательно именно прямо на болтик, да, на этот. Так, ну все. Это гаечка, наверное, у нас была. Гаечка. Так, а что ж нам с вами-то тут делать-то? Мы-то знаем, что там они есть. Мы-то знаем. Может, 14-й. Нет, 14-й это сильно здоровый, по-любому. Так. Да нет, 12-й. Ну и почему? Не хочешь ты закручиваться никак. 11. Ну, давай. Ну, немножко есть глюки в этой игре. Никто не говорит, что их нет.
Так. Шестерка, дорогие друзья. Это была шестерка. Так. Там два болтика, по-моему. Да, два. Два болтика. Есть, теперь с этой стороны. Давайте теперь здесь. Ну уже, ну давай, 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 давай. Где еще один? Вот он. Давай, родной. Все. Давайте еще раз проверим, чтоб у нас все. Так, тут идеально. Еще раз здесь. Здесь нормально. Собака это достала. Гавкать-то. Так, и здесь хорошо. Теперь давайте колесики поставим. Поставим колесики. И, в принципе, у нас ходовая будет готова, да, наша подвесочка. Это колесо, нет? Нет, не хочет. Значит, это... Да, боже мой, какое это? Ну, правое, значит, вот это все правильно. Так. Давайте сразу закрутим. Вот такой вот у нас с вами ремонт. Сборка, да? Автомобиля, получается. Так, хорошо. Отправляемся за последним колесиком. Бэмс. Так. Давайте ставить. Да ёлки-палки. Да что такое? Ну, давай. Почти. Нет, подожди. Надо как-то его взять. О, все. Ключик у нас уже есть в руках. Давайте мы закрутим. Так. Теперь тут. Отлично. Убираем домкрат. Убираем домкрат. Он нам, в принципе, пока не нужен. Ставим его на место. Заберем ключики. Так. Ну вот. Вот, дорогие друзья, что у нас получилось. В принципе, это наша первая серия. Машина уже на колесах, это уже радует. Вот. Работы предстоит очень много еще по кузову, по внутрянке, по панели, по двигателю. Да, тут детали еще тьма просто. Тьма просто деталей. Смотрите, сколько у нас тут деталей. И все надо поставить, и все надо, чтобы было закручено, прикручено, да еще и работало. Поэтому я думаю, вам понравится данная серия, данная игра. Надеюсь на ваши лайки, комментарии, подсказывайте мне. Я много чего еще не знаю сам. Вот, поэтому будем вместе с вами учиться. Ну, а я в свою очередь говорю, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!